У партыі барацьба і залатыя медалі. У гэтыя выхадныя прайшоў чэмпіянат краіны па дзюдо. Для Гомельскай вобласці гэтыя спаборніцтвы сталі самымі паспяховымі ў гісторыі. Нашы спартсмены не раз падымаліся на п'едэстал. Падрабязнасці з галоўнага старту сезона ў рэпартажы нашага корэспандэнта Алексея Нямкевіча. Могилевский спорткомплекс «Олимпиец» в конце минулого тыдня собрал мацнейших дзюдаистов Украины. На два дни сюда приехали больше за 160 спортсменов из усих областей и Минска. И это не выпадково. Чемпионат Беларуси – серьезная нагода. По выниках первого дня спаборництва у команды региона взяла одразу три золотые медали. А кроме того, две наши девчины, поднявшиеся на пьедестал, выполнили норматив майстра спорту. Отзначим, что миновито жаночая команда принесла наибольш узнагарод. Одним з триумфаторов стала Ульяна Минянкова. Спортсменка завоевала свое черговое золото. Это уже моя вторая золотая медаль с чемпионата Республики Беларусь. Так, я два или три года подряд становилась второй. Проигрывала вот Даша Скрипник два раза в финале. Выником этого поединка у другий день чемпионату стало еще одно золото у скарбонцы нашей команды. У тяжкой борьбе медаль взяла Виктория Новикова. У целом этот чемпионат для Гомельской области можно лечить наибольш выниковым. Третье командное место. Выше и только Минская и Гродненская в области. Загреб, Хорватия. Мы поедем бороться на Кубок Европы до 18 лет юноши, девушки. Ну и потом... Еще будет ряд соревнований до Европейских игр. Самый основной старт, конечно же, Европейские игры. Нагадаем, Европейские гульни пройдут у червени этого года у Минску. Только у дзюдо на татами Чижовка арены разыграют 15 комплектов узнагород. Алексей Нямкевич, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Могилева.